Всем привет! Меня зовут Дина Яковлевна, и я продолжаю знакомить всех современных бабушек и дедушек с интернетом и его возможностями. Сегодня поговорим про режим блокировки на кнопке завершения работы. Это не страшилка из интернета с требованием оплаты за раз блокировку. Это такой же энергосберегающий режим, как и остальные. Только в отличие от остальных режимов, режим блокировки не выключает компьютер, а приостанавливает работу. Здесь так же, как и при переводе компьютера в любой другой режим, например, спящий, рекомендуется всегда сохранять свои работы. Включение режима блокировки начинается с кнопки завершения работы. Наведите мышку на треугольник справа от кнопки завершения работы. Откроется контекстное меню, в котором надо выбирать режим блокировать. И сразу же фон монитора станет голубым. В центре будет значок администратора. Ниже этого значка написано имя компьютера. Еще ниже заблокировано. Чтобы возобновить работу, нужно просто щелкнуть по значку администратора, и компьютер начнет работу. Если компьютер настроен на ввод пароля, то помимо значка администратора будет строка для ввода пароля. Нужно будет ввести пароль, а затем щелкнуть по значку. Поскольку загрузки Windows ждать не нужно, компьютер включается за несколько секунд, и можно тотчас возобновить работу. Я использую режим блокировки в тех случаях, когда мне надо ненадолго отложить работу за компьютером. Удобно и экономично. На этом у меня все. До встречи в онлайне. С вами была Дина Яковлевна, бабушка в сети.